В городском округе Люберцы произошел несчастный случай из-за перехода железнодорожных путей в неположенном месте. Инцидент случился 14 ноября в 20:05 на станции Малаховка. Взобравшись на крышу надземного перехода со стороны улицы Южная, мужчина попал на платформу и угодил под колеса электропоезда. От полученных травм он скончался. Во избежание подобных трагедий сотрудники администрации, полиции, народные дружинники и представители РЖД провели совместный рейд. Они обследовали территорию вдоль станции на наличие самодельных переходов. Несанкционированные лазейки, которые выявили во время проверки, перекроют в ближайшее время. Кто-то, может быть, экономит средства, не жалея свое здоровье. РЖД восстанавливают, пытаются там выше ограждения, заборы сделать, потому что места есть, где-то люди сами ломают, делают эти проходы, есть где-то, что не так высоко и достаточно удобно перелезть, если это там не пожилой человек.